опасный момент сейчас мы наблюдаем. Идет эвакуация Белой Калины из Ульяновской области. В любую секунду снег может провалиться под тяжестью автомобиля, и эвакуация не получится у нас. Автомобиль может упасть на бок, перевернуться. Водитель сейчас рискует не только своим автомобилем, но и своим здоровьем. Но владелец эвакуатора чувствуется профессионал, и вот машина почти затянута на поддон, почти затянута, но что-то пошло не совсем по сценарию. Да-да-да, перепад высоты, друзья, перепад высоты сантиметров 20. Получится ли это все? Нам остается немножко подождать. Вот-вот-вот, колесо зашло на эвакуатор, зашло, все-таки получилось. Интересно, сколько заплатил водитель этой Калины, водителю эвакуатора. Это нестандартная процедура для эвакуаторщиков, нестандартная, пожалуй, в нашем городе такого еще не было. Буквально по сантиметру, по миллиметру машина вытаскивается, вот она тянется, тянется, тянется. Какой-то необычной конструкции эвакуатор, кстати, он такой модернизированный, я бы сказал. Видите, в разных плоскостях вращается вот это днище его. Ну вот, машину можно считать спасенной. На таком сугробе стоял этот автомобиль, вот на таком серьезном сугробе. Вот еще такая же машина стоит, я не знаю, как он будет съезжать, ну, рискнет, наверное, пойдет на прорыв. Такие дела.